Импорт российских товаров в Украину вырос, НБУ. Российский импорт вырос за счет нефтепродуктов, угля и удобрений. На втором месте по скорости роста импорта страны Европейского Союза, из-за поставок продукции машиностроения и газа. Украина в 2017 году нарастила импорт товаров из ЕС на 23%, а импорт из России – на 40% по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка. Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран ЕС на 23% за счет поставок природного газа и продукции машиностроения, а также России на 40% за счет угля, нефтепродуктов и удобрений, говорится в сообщении. Что касается экспорта товаров, то наиболее существенно в 2017 году возросли поставки украинской продукции в страны ЕС на 32%. Как следствие, страны ЕС стали крупнейшим торговым партнером Украины, и их доля в общем экспорте товаров возросла до 35,4%, по сравнению с 31,9% в 2016 году. В то же время, несмотря на рост экспорта в Россию, его доля в общем объеме экспорта украинских товаров сократилась до 8,5% с 9,1% в 2016 году. Напомним, с января по ноябрь 2017 года экспорт Украины в РФ составил 3,58 миллиардов, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По материалам сайта newsgro.com.